Инновации и доверие. Именно эти два термина очень успешно сочетаются на инвестиционных сессиях, круглых столах и различных бизнес-заседаниях, которые проводятся на территории Ирбиса. Отрадно, что сегодня действительно создана площадка, которая позволяет стыковать практически ориентированных и настроенных на эффективность бизнеса инвесторов и сочетать это все с инновационно настроенными командами позволяет создавать новые интересные проекты, которые из-под крыла Ирбис уже выходили в достаточно большом количестве. Отрадно, что эти проекты не просто получили в первом и втором раунде инвестиции, они получили возможность создать компании, которые будут развиваться не только на территории Саратова, но и за пределами Саратовской области.